начинают вот такие вот. Вырастут будут большие яблони. В общем, времени вообще нет. Не хватает времени ничего делать. Вот еще яблоня. Вон там вишни уже спеют. Будут вишни. Привет, Марин. Крыжовник уже поспел? Угу. А ну-ка. Вот такой. Я две штучки съела. Мягкий? Ну да. То ли сорт такой светлый, не помню, почему он вкусный. Угу. Как? Через забор перепрыгивай. Да, когда было время, сделал дрова эти все. А так, ну я приехал еще позамерять окна. Возможно, металлопластиковые буду ставить. Сейчас посмотрю, сколько надо оставить. Вот эти вот, Марин, окна будем что с ними делать? Залаживать, да, два? Два окна будем залаживать от этих вот. Здесь будет как туалет с ванной, с душем. А здесь металлопластиковые окна с одной стороны поставим. И с другой стороны поставим. Земляника? Смотри. Покажи. А ну, земляничка какая уже хорошая. Поэтому сейчас померяем окно. У меня где-то рулетка была. А, она в сумке рулетка. Померяем окно. Вот эти вот два окна. Вот эти вот два окна померяем. Поставим металлопластиковые. Так. И в следующих видео, наверное, буду показывать, как я буду красить дом. Потому что надо его привести в божеский вид. Вот здесь окно поставлю, позамеряю. Замер сделаю. И здесь тоже окно. Нужно брать. Ой, блин. Этот мусор, я уже говорил, надо будет вывозить. И все тут набросано. Здесь я свои всякие грабли, лопаты оставил. Это всякие доски. Вот эти тоже доски, некоторые со свалок взял. Поэтому как-то так. Ой, блин, здесь навезли вообще ужас. Да, Марин? Капец. Навезли кошмар. Теперь куда это все девать? Ой, блин, когда это будет время это все делать, я даже не знаю. Покусай. Слушай, тут окно это будем мы залаживать. И это окно залаживать будем. Я знаю, да. Ну. Здесь металлопластиковое. Получается 4 окна. Раз окно, да, металлопластиковое. Два окна металлопластиковое. Так, где там еще? Эти мы окна заложим. Ну, то есть будет веранда там. Так. Вот два. Ой, три. А вот 4. Ой, блин, чуть не упал. Так, что у нас здесь? А у нас здесь. Вот это вот все нужно будет сдирать. О, потому что это не годится. Это все. Ну да. А дверь? А что дверь? Ну, ты хотел дверь. Нет, дверь не надо пока. Так, сейчас попробуем померить окно. Сколько у нас окно идет? Окно у нас идет длина 1,10 м и ширина, ну, 70 сантиметров. Надо, может, даже и больше брать, это, наверное, лодки идет 70 сантиметров. 1,10 м и 70 сантиметров. В общем, а, смотри, здесь тоже самое. Угу. Короче, обои клеились прямо на бревна. Прямо на бревна. Кто так, я не знаю. Это по старинке, поэтому они будут сдуваться. Да, да, да. А вот эти окна будем залаживать, да? Да, да, ну я говорил, да. Угу. В общем, что мы, какие наши дальнейшие будут планы от бродяги-режиссера. Супер бродяга. У нас будут планы такие. Поставить металлопластиковые окна. 4. Потом, сейчас посмотрим, сколько нужно краски. Выберем цвет, какой покрасить дом. Посчитаем, сколько там краски надо. Ну, я думаю, банки 3, 2-литровых, наверное, возьмем. Ну, я думаю, все, покрасим дом пока. Окна повставляем, а там уже будет видно, уже надо будет потом косой покосить это все во дворе.
Ну, как-то так. Поэтому все, до связи. Поэтому нужно вместо рыбалки приезжать уже на дачу. Да, уже отдых, уже все. Хватит уже отдыхать, рыбалка, там это все. Ну, иногда можно выехать. А так уже нужно приезжать на дачу, что-то делать. Потому что у меня сердце кровью обливается, дача стоит, дом стоит. И а делать ничего не делается. Кто кроме нас это все сделает, как не мы сами. Да? Поэтому смотрите канал, подписывайтесь обязательно на канал Бродяга-режиссер. Будет впереди очень много интересного. Не пропустите все моменты нашей жизни. А наш канал это чисто. Поэтому вот так вот. В общем, дорогие мои подписчики, блин, это капец какой-то штука, что был у меня. Залез, думаю, посмотреть, что там на чердаке. Вон на том чердаке. Короче, только залажу. Смотрю, на меня оса смотрит. И, короче говоря, открываю дверь. Три раза меня укусы от осы. Это как капец. Я с этой лестницы прыгал от самого верха. И вот сюда упал прям. Сейчас ухо раздует. Уже побольше, да, стало? Не раздует ничего. Не раздует? Красное. А руку покажи. А, вот тут вот укусило, блин. А, держи. У меня комар. А, сел. Короче, мы в деревне. Блин, три раза. Это вообще кошмар. Летел, как я не знаю кто. Как этот, как Винни-Пух.